Здравствуйте, дорогие друзья! Пожалуйста, подпишитесь на канал. Да, Advanta Elements, то, что вам нужно. Да. В 2006 году в стране Австралия, в городе Мелбурн, открылся такой сервис по названию Advanta Elements. Да. С одной подпиской вы можете неограниченно скачивать более 57 миллионов творческих элементов. Из них шаблоны видеороликов, аудио, шаблоны презентации, шаблоны графики, шрифты, фотографии, WordPress 3D. Да. Смотрите, какая цифра просто невообразимая. Более 2 миллиона видео, более 4 миллиона фотографий. Даже 50, я бы сказал, потому что они сами так говорят. Как действует лицензия? Например, вам нужно про Аланию, Турция. Вы скачали и на месяц вы купили, например, подписку. И через месяц она все равно будет ваш. То есть вы просто не имеете права кому-то продавать, кому-то давать бесплатно. И все. А так вы можете использовать его в этот видео. Давайте узнаем насчет цены. Это годовая, я думал тоже на месяц, это оказывается годовая. А в месяц это $33. Здесь есть со скидкой 30% для учащихся студенческих. Можно совершать оплату через Visa, MasterCard, PayPal или American Express. Да, безопасный платеж, отмена можно в любое время. Здесь команда есть, то есть с командой можно. Тогда вот за человека $10. Корпоративные есть, да, неограниченный творческий элемент для организации учреждений, групп из 6 или более человек, все, что в командах, а также настраивать лицензирование, специальные условия компенсации, выделенное управление учетной записи. Высококачественные элементы для ваших проектов. Более 53 миллиона фотографий, 170 тысяч графических шаблонов, более 2 миллиона такое стоковое видео, аудио. Да, здесь реально все можно найти. От обложки книг до логотипа. Вот реально я вам говорю. Вы журналист, вы ютубер, вы монтажер, оператор, неважно. Просто купите на один месяц. Так, кстати, в описании под видео эту ссылку оставлю на Advanta Elements. Да, перейдите. И, пожалуйста, можете не сразу покупать, а просто посмотреть, что здесь вообще есть. Да. Например, вам нужна обложка для книг. Так, нажимаем поиск. И, пожалуйста, обложка для книг. Шрифты, да, графички, видеошаблоны, особенно, вот смотрите, пожалуйста. Хотите снять про лев? Пожалуйста, нажимаем поиск. И вот лев. Так, давайте везде сделаем. Вот смотрите, видео, 74 тысячи и более видео, видеошаблоны, музыка, звуковые эффекты, прямо нужно. Хоть для материала, хоть для видео. Пожалуйста, все есть. Что еще надо? Скажите вот. Логотип для автомобиля? Пожалуйста, вот графички. И потом можно редактировать, изменить имя. Вот на свою компанию, например. АТО, например, или УАО. Росмашин, например. Раша Маша. Рашен Машин. Russian Auto, например. Пожалуйста, все можно редактировать. Логотип просто. Видите, все, здесь все реально можно найти. Журналист, футболист. Реально все можно. Так, значок для YouTube. Сейчас. Пишем в поиск. Пожалуйста, написали в поиск. И давай везде. Ищем. Пожалуйста, только видео. Видеошаблоны есть. Блин, офигительно просто. Да. Кстати, насчет цены. Я 2021-27 декабря. Новый год снимаю. Так. WordPress. Да, даже WordPress есть под видео.
YouTube, то, ну, например, вы хотите обучать в YouTube и открывать свой сайт, вот, пожалуйста, идеи от идей. Ага, еще что у нас есть? Вот, плюс фотографии есть. Да. Ну да, нам графические шаблоны надо, чтобы мы дальше редактировали. Вот, пожалуйста. Так. Веб-шаблоны есть. Так, давайте насчет спорта здесь что есть. Конечно, лучше на английском писать. Ой, извините. Конечно, на английском все писать, так как сайт-то английский, просто недавно его перевели на русский язык. Ну, редко коряво, конечно. Ну, да. Столько видео 11 тысяч, пожалуйста. Ну, такие нету, конечно, от УЕФА. Реакция футбольная, да, звуковой эффект, классно. Чем? Йоу, красиво, красиво. Нет, это реально стоит, ребята. Так, звуковой эффект, да, насчет футбола. Музыка есть. Стадион футбольный, стомп. Логотип есть. Вот. 3D. Графический шаблон есть. Кстати, я первый раз с вами тоже вижу про футбол. В виде шаблоны. Давайте узнаем больше. Вот, пожалуйста. Да, но только у UEFA, FIFA такой нету. Ну все же. Упадет нам для своего видео. Так, мне нужно, знаете, что, знаете, о, фотографии нужны. Что здесь есть для своей идеи? Ну, это, знаете, все качественно, все проверено от компании Envanta. То есть здесь такие нету. Сейчас я сделаю фотку и давай Envanta. Да нет, здесь все проверять. Во-первых, все качественно. Во-вторых, лицензионно, все по закону. Например, один какой-то мяч, сейчас посмотрим на качество. Вот, пожалуй, сам удивился. 5000 на... Вот, смотрите, какая пиксель. Качество. Так, ориентация. Да, а, кстати, да, обращайте внимание на... Вот. Фильтр. Вот сбоку. Так, ну что, подпишитесь, ставьте лайк. Я буду очень благодарен. Здесь, если... Все подробно рассказывать по каждому пункту, по каждому категории. Ой-ой-ой, не один час уйдет. Здесь бесплатно файлы дают каждый месяц, да. Зарегистрируйтесь, да, ссылку в описании под видео оставлю. И, пожалуйста, вот, например, ну, блин, для Photoshop все-таки. А так хотелось просто, ну, давайте посмотрим, что здесь. Ну да, для фотошопа. Ночной. Над облаками. Ну да, это фотография. О, Новый год как раз пойдет. Не, подожди. А, ну да, после зарегистрироваться и потом можно, да. Не, я хотел вот это убрать просто. Видите? Надпись. Так, разная музыка есть, да, можно скачать. Что за? Например, для меня нужен рэп. Ну вот, пожалуйста. Шаблон презентации, пожалуйста. Просто редактируй и все. Дальше у нас расширение кисти, стили слоев для Photoshop, да. Так, веб-шаблоны, WordPress, 3D, курсы и уроки, вот. Развивайте ваши творческие навыки с помощью курса, да, ну, на английском, не знаю, не для нас. Ну, если с английским у вас все нормально, тогда можно. Лично мне пока нет. С английским туговато. Так. Вот. По популярности, по новизне можно.
А, это уж как телефон. Так вот. Не, я подробно хотел узнать. Вот. Кстати, вы можете здесь свое это видео сделать. Она специально так сделала. Да, голос нет. Свой голос получите. Она как вы играете, и вы свое это. В общем, реально дело. Подпишитесь, ставьте лайк.